По легенде, во время киносеанса случилось возгорание. Первыми на помощь в таких случаях приходят сотрудники кинотеатра, но на этот раз такого не случилось. Уже с первых минут учебного пожара становится ясно, персонал не знает, как действовать при чрезвычайной ситуации. Проверяющим пришлось поискать ответственного за пожарную безопасность. Я воспользовался пожарным краном и показать, вот как можно сработать со стволом. Значит, открыли. Практически побежали куда надо. К эвакуационным выходам, чтобы открыть двери и выпустить посетителей, также сотрудники не устремились. За них это сделали инспекторы. Один запасной выход и вовсе оказался закрытым. Закрыт. В это время к объекту уже подъезжают пожарные расчеты. Они быстро локализовали условный очаг возгорания. Но в оперативный штаб поступает новая вводная. В задымленном зале остался человек. К работе приступает звено газодымозащиты. Буквально через несколько минут пострадавший обнаруживается на задних рядах кинозала. Обнаружено, где пострадавшие? Все, работаем по эвакуации пострадавшего и по сообщению информации скорой помощи для оказания помощи. Вся работа была проведена менее чем за 20 минут. Гораздо больше времени занял анализ ситуации и разбор очевидных ошибок, которые допустил персонал. Нарушение – это по действиям персонала у нас есть замечания. Это отсутствие значит, как работы и, видимо, это отсутствует в инструкции. Мы сейчас про ним проработаем, просмотрим действия персонала по эвакуации с другой стороны здания. Два эвакуационных выхода были открыты, опять-таки двери были, вторые половинки дверей были закрыты, еще колды при эвакуации их не откроешь, причем отсутствует там персонал. Еще одна эвакуационная дверь, которая находится выше по залу, была заблокирована, и при эвакуации возможности ее открыть у нас не было. Мы проверили систему пожаротушения, внутренние пожарные краны, она работает, вода есть, персонал показал, что может подать воду, организовать, значит, тушение, но есть вопросы к персоналу. Есть вопрос. С работниками ГУЧС я буду обращаться к ним, чтобы они дали такого специалиста, который все замечания, которые есть, выявил и написал нам, что нужно сделать для устранения всех этих недоработок с нашей стороны. Сейчас проверяющие работают с документами и должностными инструкциями. По итогам проверки будет вынесено предписание с указанием всех недочетов. К слову, руководство кинотеатра заверило, что работа над ошибками уже начата. Руслан Душевский, «Анапа регион».